Друзья, всем привет! Мы находимся в шоуруме компании «Эко-колесо» в Новосибирске. Сегодня мы хотим рассказать вам о новинке Smart Motor колесо от нашей компании. Это абсолютная новинка на рынке России, да и, наверное, СНГ. Значит, как выглядят эти колеса, да? Выглядят они вот таким образом. Мы уже установили одно на один из наших электровелосипедов. Теперь у нас получился полноприводный электровелосипед. Но фишка этого колеса, конечно же, в другом. Вы можете просто обычный велосипед превратить в электрический буквально за 5-10 минут. Для этого достаточно вам снять ваше переднее колесо. Сейчас мы его продемонстрируем, как оно выглядело. Обычное переднее колесо от этого велосипеда. Мы установили смарт-колесо. И у нас получился электровелик с двумя моторами. Значит, как работает данное мотор-колесо, какие у него характеристики? Мощность 350 Вт. Значит, разные типы размера. Есть 26, 27,5 дюймов на 1,95. Колесо оборудовано дисковым тормозом. Вот. Светоотражательные такие лепестки с одной стороны. Вот. И идея колеса в следующем. Внутри содержится уже и контроллер, и электромотор, и батарея. Два типа батареи мы на данный момент имеем. Это 5,8 ампер-часов и 8,7 максимально. 36 вольт. Вот. Значит, по показателям данное колесо может спокойно разгонять, вес там, порядка 100 кг, может разгонять до 30 км в час. Вы можете регулировать мощность на приложении. Приложение показывает полностью зарядку, температуру, пробег, скорость среднюю, даже высчитывает калории. Вот. И собственно, вы можете регулировать абсолютно спокойно уровень поддержки. То есть вы можете как крутить педали, так и не крутить. То есть колесо будет само поддерживать скорость и даже более того разгонять велосипед, если вы поставили мощность побольше. Можно его выключить полностью, то есть ехать как на обычном велосипеде с обычной тягой педальной. А вот, то есть это вот такая вот уникальная новинка, которая, как нам кажется, будет очень популярна в 2018 году. Вот уже, соответственно, она у нас в наличии, мы уже продаем эти колеса и уже видим радостные отзывы наших покупателей. Значит, как выглядит приложение, сейчас мы тоже покажем. Приложение выглядит вот таким образом. То есть вы, соответственно, устанавливаете мощность. Здесь вы видите емкость батареи, да, уровень заряда. Можете выставить 100%, да, 99% вот пробег. Можно установить разные режимы. Ручной режим. Есть также настройки, в которых вы задаете свои параметры. Вес велосипеда, размер колес и прочее, и после этого, соответственно, получаете детальную информацию о пробеге, о вашей поездке, серии поездок и прочее. В целом, впечатления, мы уже тестировали это колесо, безусловно, в целом впечатления очень приятные. Вот, мы действительно считаем, что за этим колесом будущее, потому что не каждый себе может позволить купить электровелосипед. Очень часто бывает так, что у человека уже есть хороший обычный велосипед, да, ему хотелось бы где-то иметь подспорье и в горку, и, скажем так, просто где-то передохнуть или приехать на работу не вспотевшим, да, то есть вот как раз это электроколесо отвечает всем этим требованиям.
Ну вот для первого раза как-то так. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.